Всем привет, с вами Элис Лунбек, и мы продолжаем проходить мод Антитрипу. В прошлой серии я опять немного увлеклась, и видео сильно затянулось. Обещаю, такого больше не повторится. Итак, в прошлой серии мы прошли сразу два основных квеста. Мы побывали на Элизабет Дейн и встретили там некоторые обновления. Назовем их так. Я их называла чертами, потому что мне очень хотелось их обматерить. Поэтому черт! Так вот. Далее. Мы побывали в доме Алистера Граута. И там я сказала о том, что я не знаю, как убрать портал у двери. Но, засняв видео, отредактировав, выложив на YouTube, я легла спать, утром просыпаюсь, открываю личку ВКонтакте. И вижу сообщение, пишет мне некий незнакомец по имени Иван, который сказал, что знает, как его убрать. Где-то на крыше дома должен быть молковянец. Я включила ноутбук, я посмотрела, я нашла этого молковянца, он там действительно был, он там зашифровался. Я бы никогда в жизни его там не нашла, потому что я особо не обследовала дом Граута. Ну, в общем, спасибо большое. И вообще, если вы знаете решение некоторых проблем этого мода, не стесняйтесь писать в комментариях под видео, или если вы смотрите это видео ВКонтакте, то писать в комментариях ВКонтакте или мне в личку. Я всегда рассмотрю, отвечу, сделаю про это видео или просто скажу уже в следующей в серии. Ну а сегодня нас ждет достаточно скучная серия, потому что сегодня мы будем выполнять, наверное, самый нудный и скучный квест за всю историю этой игры. Мы сегодня идем в музей. Ну, вернее, мы его даже еще не взяли. Мы сейчас пойдем его брать. Ну и заодно сдадим квест, который мы выполнили. А-та-та-та-та. Как мне повезло. Так вот. Дадим квест, который мы выполнили про Граута, потому что Лукроа пока еще ничего не знает. И, скорее всего, перед музеем сходим спокойненько так себе и выполним квест от Артула Килпатрика. Ну, вернее, мы его как бы уже выполнили, мы ему сдадим, и он поручит нам задание от сыщика. Вернее, которое предназначалось для сыщика. Не поняла. А, это которого мы пнули за то, что он граффити тут изображает. Нефиг стены изрисовывать. Будешь теперь бегать от нас. Чмо. Что самое интересное, когда он начинает убегать, у него в руке пистолет. Не чтобы выстрелить, он убегает. Привет, Чанг. Да, пахнет жареным. Угу. Мне клокруа надо. Подпалили нам немного хвост у Граута. Угу. В общем, Граут с ним пока еще не связался. И я же тебе понятно объяснил, что пока Граут с нами не свяжется, не возвращайся. Граут мертв. То. Я там, короче, Баха встретила. Это кто? Он пытался убить меня. Не, Бах не убивал, он пришел уже после. В общем, Бах — это охотник, который... Вообще, охотники — это те, которые убивают вампиров для того, чтобы ублажить какого-то там своего бога. Ну, я так думаю, вы и так понимаете, про какого бога идет речь. Ну, в общем, Бах-то не убивал. Я там Найнса видела. Вот я не знаю, что он там делал. Смотрю. Смотрю на тебя. Да, это был Найнс. Но хотя мы все прекрасно знаем, что это был не Найнс. Откуда нам знать, что это не Найнс?
Да, я прекрасно понимаю, что будет, если это действительно Найнс, то, что на него объявят кровавую охоту, это значит война с анархами. Это будет вообще полный пипец. Да, это был Найнс. It means, И что, ты under теперь most объявишь на него circumstances, кровавую I would охоту, call a да? blood hunt on the murderer immediately. Ну, в общем, он пока еще не собирается. Но стоит нам в музей сходить, и он сразу соберется. I do not want a war with them. This decision will take some time. I need to confer with the Primogen on this. In the meantime, I've come to a decision on the Ankaran sarcophagus, and I believe that for the safety of the inhabitants of this city, we need to place the sarcophagus under Camarilla protection until its contents can be confirmed. You're becoming quite indispensable to me. So, слишком много слов в пустоту. I'm going to entrust в общем, the of the саркофаг из Элизабет Дейн доставили в Музей натуральной истории. И Лакруа считает то, что он там в небезопасности. Гораздо безопаснее будет доставить его в башню Вентру. А то ж его украдут. Но его абсолютно никак не волнует то, что мне придется его все-таки украсть. Yes, of course. Here. Бабок, дай. I can't have one of my всю жизнь с протянутой рукой. Around, кстати, насчет денег. Пока вас не было, я прикончила Венеру. Покоится она с миром. Here are the keys to the front door of the museum. The sarcophagus should be in an examination room of some sort. There's a small security staff on site, but I don't want a massacre. В общем, как всегда, саркофаг не открывать, никого не убивать, вообще рожу не показывать. Хорошо, я готова идти. There is a degree of immediacy attached to this task. Work fast. And, as on the Dane, you are not to open the Ankaran sarcophagus for any reason. Excuse me. Ага. Ну так вот, затронула я уже тему с Венерой, потому что он мне дал денег, и я сразу вспомнила про нее. Так вот. Венеру я благополучно убила, потому что почему она вдруг на меня начала нападать, я не поняла. В итоге, чтобы без проблем заходить и пить из Blood Girl, которая у нее там в клубе стоит, я решила взять ее и прикончить. Сходила я к Борису. Бориса, конечно же, там не было. Это стоило предполагать. Ну и забрала я у Бориса все деньги, которые у него там лежали. У него там даже охраны не было. И ушла. Убивать Венеру. А сейчас мы идем к Пише, потому что мы даже не взяли у него квест про ее предметы. Потому что один из них находится в музее. Второй из них находится у Джованни. Джованни-то еще потерпит, а вот музей нет. Fate was sealed the moment he entered. Do not waste time debating the morality. If a man walks into a tiger's domain, it may result in his being devoured. So it has. В общем, ей понравился мальчик. Yes, I am searching for two items I have tracked to this area. В общем, ищет она два оккультных предмета. Один из них фетиш, другой книга Джованни. Фетиш в музее и книга Джованни у Джованни. Ох, как же эта книга. Сейчас вспомню, как она называется, если вспомню. Девочельдармоте какой-то. Я не помню точно. Я помню, что название сложное, и оно никак не переводится. A fetish is described in a 19th century chronicle of a British platoon's encounter with a local tribe. Soldiers would go missing in the night and be replaced by these fetishes. It may be valuable to my studies. It is used to communicate with certain entities otherworldly. What? It is a tome called the Voce del Morte. Should you Voce find del yourself Morte. Within the walls of the Giovanni, seize the opportunity and take it, or they will make sure you never have another. Ну хорошо, если я найду, я принесу. Договорились. Я за первый же предмет из музея, она нам даст сосуд мерзости. Самая незаменимая вещь в этой игре. Ну, вы сами понимаете, почему. Для тех, кто не знает, что такое сосуд мерзости, то это такое веселое творение цимицы, чем-то похоже на какой-то непонятный кишечник или пищеварительный тракт.
свернутый в такую трубочку с глазиком. И когда ведет собой, брызгается кровь. И он всасывает в себя эту кровь, потом ее можно будет выпить. Ну, в общем, веселая вещь, даже на кровь не надо тратиться. Ну, правда, вместить он в себя может только 10 единиц. Ну, то бишь 10 капелек. Ну, на самом деле, это достаточно хорошее подмастерье. Ну и сейчас мы едем в Санта-Монику, к Артуру, Килпатрику. Заодно зайдем к Жанет, потому что совсем забыла взять ее с собой в напарники. Потому что я обычно делаю это, когда иду на Элизабет Дейн. Так, попутным ветром, скажем так. Потому что чаша ей не особо-то нужна. Она и так согласится. Неплохая парочка. Жанет, Бертрам. С нее и начнем, пожалуй. Жанет, наверное, одна из самых простых, кого можно было бы взять в напарники, в том смысле то, что ее очень просто взять. Ну и вот она, наша Жанет. У нее, кстати, вот ее основной костюм новый, и потом там, по-моему, костюм горничной и какой-то болельщицы. Ее можно переодеть. Да, я вернулась. Привет. Ну что, как взял в Санта-Монике? В общем, все достаточно скучно. Как всегда. Итак, можно, конечно же, с ней совершить черный экран с очень пикантными звуками. Но этого мы делать сейчас не будем, потому что я так думаю, ну, кто их не слушал? Кто не слышал, зайдите в папки игры и найдите там аудиозапись с этими звуками. А мы, конечно же, выберем строчку 2, потому что это прямой путь к взятию ее к себе в напарники. Спросить у нее про Терезу. Как ты без нее живешь? В общем, вот этот диалог я не особо переводила, как бы специально в переводчике и так далее. Но я так понимаю, она предлагает нам, чтобы мы заменили ей Терезу. Возможно. Если я перевожу это неправильно, вы меня подправьте там в комментариях. I can tell you and I are going to get along just like fire hoses. Ну и видите, все достаточно просто. Просто спросите у нее про Терезу и дальше просто нажимать на первую строчку. Все, 1-1-1. Все, она наша. Но на самом деле в бою она неэффективна. Но она достаточно удобно будет в музее. Но пока что иди домой. Потому что у нее есть затемнение. А, музей, сами знаете, что такое музей. Кстати, я заметила то, что камеру можно совершенно спокойно просто застрелить. Правда, я так думаю, охранников на звуки сбежится просто уйма. Главное ее застрелить и быстро сваливать. Но я так думаю, в этом проблем-то не будет. Насчет застрелить и быстро свалить. Ну, в общем, попробую. Собственно говоря, Лакруа квартиру нам уже дал. Остальное не так важно.
Отлично. Да срать я на тебя хотела. Бесит он меня. Так, Артур, слушай, тут такое дело. Я тут нашла твоего сыщика, Карсона. Вот надымил. Ну так вот, нашла твоего сыщика, а он, короче, сказал то, что он не вернется. Просто один психопат, хирург, отрезал ему палец. Он сказал то, что он не вернется. В общем, он все понимает, но теперь... но теперь он не знает, что делать. Ну, может, я смогу выполнить то, что должен был выполнить Карсон. В общем, ищет он одного злостного неплательщика. Девочка этого неплательщика живет здесь, в Санта-Монике, прямо напротив нас. Нужно просто сбегать и узнать у нее, где же ее бойфренд. Ну, хорошо. Без проблем. Yeah, no body attachment or nothing. Just find out if he's here or where he went. I'll pay you. Deal? Great, great, all right. The guy's name is Mike Durbin. Goes by the name Muddy. His girlfriend put up for his bond. She lives over there above Tripp's pawn shop. Her name is Marion Murrieta, but I haven't been able to get in touch with her. Well, I wouldn't normally tell you this, but since you did help me out, trip down at the pawn shop. He's a little fried, paranoid, so we don't usually sell guns to anyone. But just tell him old Arthur sent you, we'll set you up, all right. Well, he was brought up on manslaughter charges years back, but he got acquitted. Since then, he's been in and out for this and that, small-time stuff mostly. Most recently, he was brought in as part of a big case on stolen auto parts. It's this big chop shop thing that's going on in Santa Monica. Been in the paper. That's right. Marianne Murrieta. In them crappy places above the pawn shop. Find out where the hell money is, where is he going. В общем, с вашего позволения, я пропущу эту нудистику. Oh, yeah. Sorry. Да, деньги давай. All right. Come back when you got some... Хорошо, все, что узнаю, приду, скажу. Yeah, sure. The old pier... И, в общем, идем вперед с песней к нам домой, собственно говоря. Я сразу прошу прощения за то, что тут немного кашляю. Ты чё, охренел? Чё, охренел? Да, охренел. И ушел. Ну, я уйду. А. Где он? А. Ну, хрен с ним. Тьфу на себя. Так вот, прервал он меня, извиниться я не успела. Прошу прощения за кашель. А то я что-то сегодня под дождь попала, не повезло мне сегодня с голосом. Не поняла. Страшно? Бу. Чё так далеко ушла-то, я не понимаю. Это не я в него, это он в меня встрелял. Заметьте, я еще нормально к нему отношусь. Это он постоянно в меня стреляет. Я бы могла его тут вообще нафиг порешать. Будь я Треймер,
Сами знаете, что я могла с ним сделать. Ну, тут ничего нового. Тут у нас... Тут, кажется, если я не ошибаюсь, была расчлененка. Так. Деньги. Да! Расчлененка. Вон топор. Тело. Чье-то. Все в крови. Очень странно и подозрительно. Я, правда, не пыталась узнать, что здесь произошло. Но было бы достаточно интересно. Если кто-то знает, пишите в комментариях. И тут должен быть ключ. Да. Тут деньги. Или что там было? Книжка. И... сообщение от нашего беженца. Для его девушки. Он сбежал в даунтаун. Skyline. Комната 2А. Ну, в общем, это на втором этаже. Ну, здесь нам делать нечего. Значит, бежим сдавать это все Артуру Килпатрику. С потрохами. Ну и, конечно же, для завершения карнавала смерти квеста нам нужно будет все-таки продолжить искать этого Майка, выходить на все больше и больше трупов и в итоге выйти на убийцу, который оказывается еще тот чувак. У него там личная трагедия, и мне его достаточно жалко, и я всегда его отпускала. Стоит он там? Нет. Хм. Отлично! Он прям здесь стоит! Знаете что? Да, это он. Ха. Да ты лошок. Артур, я все узнала. Все узнала. Он, короче, уехал в даунтаун. В общем, это очень полезная информация. Спасибо за помощь. Ты можешь поговорить с меня долларами США. Да-да-да. Спонсор наших работ Артур Килпатрик. Спасибо. Увидимся. Я надеюсь, то, что мне не понадобятся твои услуги. Не надо мне их предлагать. Если на нас сейчас нападет охотник, мне уже задолбало, я его нафиг прикончу. Хотя, собственно говоря, больше в Санта-Монике нам делать-то нечего. И во время кровавой охоты его не будет. Его прикончат свои же. Ну, то бишь, наши. Вон он. Кстати, вот издалека у него лицо такое плоское, даже почти квадратное. Пройти-то можно? Говнюк. На тебе под зад коленом. Даже я быстрее тебя бегу. Ну давай. А, мы идем в даунтаун. А где он? Он так стрельнул, что он меня аж дернуло. Давай отсюда нафиг в даунтаун обратно. Сейчас мы пойдем в Skyline, посмотрим, где же там этот Майк. Sky...
Хайлайн. Там, кажется. Надо бы уже отпить от кого-нибудь. Где там у нас... Да-да-да, рыженькая, ты проваливай, там пацанчик должен стоять. Эй. Ну... Хоть уже табличку на себе вешай, сосу недорого. Если вы понимаете, о чем я. Ладно, можно сейчас, в принципе, из напарника попить. Так, нам нужен второй этаж. Так, зачем-то я открыла пушки. Игра немножко подвисла. Открылись пушки. Потому что самое интересное, он сказал 2А, а это просто 2. Но это именно та квартира. И у него там прикольная гитарка. Скажи что-нибудь. В общем, с кем-то он там договорился встретиться за Last Round'ом. Квартирка такая засранная. Но гитара прикольная. Возьму ее себе. Ну ладно. С вещами на выход. Едем к себе домой. Пить. И положим гитару на базу. Ну, то же самое происходит с напарниками в лифте, на самом деле. То, что сейчас происходит с гитаркой. Угу. На. Чё не берешь? Смотри, какая четкая. Положим ее на диван. Ну. Или не положим. Черт. Ладно. Пускай так валяется. Или не валяется. Да, кстати, мы дамзл взяли. Вот она у нас тут. О, о, вообще идеально. Идеально положи. Так, с кого бы тут выпить? Хм. Немножко диаблери. Надеюсь, Жанет не против. Ну какой там может быть против? Стой смирно. Так, здесь у нас никого. Ну, напарников уже у нас уже, кстати, ничего, так хорошо. Но это еще не конец. Итак, идем к Last Round'у. Опять лифт. А, лифт. Кстати, странно, что у меня Skyline до сих пор не глючил. Дайте-ка я сплюну. Он у меня буквально с первого же захода начинает глючить. Особенно распространен вот тот самый, про который я говорила, баг с красными диванами повсюду.
Да бесишь ты меня уже. Постоянно говорите о том, что у меня полностью все забито. Я и не собираюсь брать эту штуку. А что это он у разносчиков там делает, а? Ты что у разносчиков делаешь, а? Все, я поняла, чей это был замысел. Все. Я все знаю. Опять ты в стенах рисуешь, чмо. Так, переулок за last round. Вернее, перед. И вот эта дверь. Да не напрягайся ты так. Свои пришли. Ну, почти свои. И там нас ждет очень красивая картина. И одно пасхальное яйцо. Пасхалочка. Про которую, я так думаю, многие уже знают. Это, наверное, самая легкая, самая распространенная пасхалка. Итак. Бомжара. О! Весело, весело встретим Новый год. Мясо, кишки. Красота. Бомж, привет. Ну, я не я вижу вот, да, кровавые ошметки там на потолке. Ну, знаешь, когда ты вампир, это как бы уже в порядке вещей. То же самое, что раздвоение личности у вампира. Духи, призраки, слабокровные. Ты даже понятия не имеешь, что это. В общем, было их здесь то ли двое, то ли трое. Но ты пока продолжай говорить, я пока расскажу. Так вот, было их тут то ли двое, то ли трое. Договорились они тут встретиться. Вдруг из темноты вылезает какой-то парень. У него там вырастают когти, зубы, шерсть и так далее. И всех он тут порешал. А был это никто иной, как наш серийный убийца, который, кстати, является гангрелом. Поэтому понятно, почему он вдруг был появился из темноты и неожиданно отрастил когти и шерсти зубы. Если он только что был нормальный. В общем, если ты не забудешь, что здесь произошло, то тебе будет очень-очень плохо. Не надо делать такие глаза. Просто забудь. Okay, I will. I don't want to ever think about that again. А сумбра-то у нас четкая. Плюс к маскараду. Где там голова? Вот она голова. Пасхалку мне. Ну, правда, я не знаю, попаду я или нет. Черт. Ладно, не попала. Я еще что-то мазила в последнее время. Ну, правда, я знаю, как ее активировать, но я все-таки хочу попасть. Ну, почти же, ну. Я попала! Ну, в общем, это вот так вот действует. Оп. Нужно сюда попасть. И тогда вам все будут аплодировать. Так, идем наверх. Монитола и ключи от Lucky Star отеля. Там наша будет следующая остановка, но уже, скорее всего, не в этой серии. Хотя в Голливуд мы попремся буквально после музея. А сейчас, я так думаю, мы все-таки успеваем сходить в музей. Туда-то мы и направляемся. И я не знаю, брать ли с собой Жанет или нет, но я так думаю, зайдем за ней. Как-никак у нее есть затемнение.
Собственно говоря, у Бертрама тоже есть, так что можно взять либо того, либо того. В общем, посмотрим, пришла ли она себя после укуса. Если что, ее тоже можно пнуть, чтобы она немножко так очухалась. Чмо. Помню, как-то раз видела один скриншот, там, где у кого-то из, скажем так, игроков был какой-то очень странный баг, когда небо было светлое. Называется, кто-то неожиданно застал рассвет. Что-то как-то на небо посмотрела и на то, что у меня там текстурки расплывали, сразу про него вспомнила. У меня такого бага никогда не было, но мне бы было интересно на него посмотреть. Неожиданно встретить рассвет. Жанет. О! Сразу так опа оживилась. Музыка ничего такая, кстати. С ней пока еще нельзя поговорить. А, вот теперь можно. Пойдем. Кстати. Дай-ка в твое сознание. Что тут у тебя есть? О! Есть затемнение. Значит, ее берем. Правда. Ну, покажу вам, в общем, ее шмотки. Так, шмотки, шмотки, шмотки. А, вторая строчка. Ну, вот что-то типа болельщицы. Сеточка. И горничная. Вот в таком наряде и дома нужно быть. Yes. Но все-таки я оставлю оригинальную в юбочке в стене. В общем, она там застряла, потом еще внизу встретимся. Ну или здесь. Давай, заходи. Ну и напарники очень не любят лифты. Вот вы видели, как ее колбасило, да? Итак, пойдем-ка мы, наверное, до музея. Либо нам сейчас охотник на пути не попался, но, насколько я помню, он у капеллы. К Треймерам захотел? Я представляю, что они с тобой сделают. На самом деле, вот хотя бы раз в жизни попробуйте бежать спиной. И посмотрите, как у нее грудь дергается. Ну, это скорее больше совет для парней, наверное, чем для девушек. Я просто наглядно показала. Давай в музей поедем.
И, наверное, на этой прекрасной ноте я с вами попрощаюсь. До скорой встречи!